Merhaba takipçilerim, nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Мои дорогие, здравствуйте, как у вас дела? Все ли у вас нормально? Все хорошо, my dear, hello. Нам очень благодатный. Ислак. Ветчалк. Также наши груши любимые. У меня есть тут немного голубая. Хочу вместе с голубой ее поесть. Сейчас мы сделаем что-нибудь такое. А поваляем, пожуем. Положим. Немного намочим. О, сразу треснуло. Надо же. Так ровно. Идеально. Поделилась.
Было вкусно. Очень. А вот. Кто-то там мне написал, что я ем сначала с охотой, потом с неохотой. Это бред какой-то. Вот. Все делается с охотой. А без желания разве можно что-то делать? Просто, может быть, иногда моя усталость видна на экране. Только из-за этого, может быть, да? А так все нормально, все хорошо. Переболела, выздоровела. Болела очень сильно. И очень странно. Ничего не болит, вроде как. И в то же время все болит. Определенно что-то не болело. Такое ощущение было, что упадок сил был на ноль. Энергии. Даже разговаривать не могла, глаза открыть не могла, ходить уж тем более. Два дня вот так пластом лежала. Просто было странное состояние. А потом у меня что-то, вроде, я так поняла, с правой стороны под ребром стало болеть. Это, я так думаю, селезенка. Ну вот, не знаю. Потом выпила через два дня уже. Нет, на третий день, да, или... Да, на третий день уже в конце дня я выпила таблетку такую волшебную. Здесь есть и такая таблетка, называется аугметин. Вы не представляете, если бы я ее выпила раньше, может, я и раньше пришла бы в себя, кто его знает. Но у меня стали открываться глаза просто в течение часа уже после того, как я приняла таблеточку. Я думаю, так это что такое? Какое-то аномальное, вы знаете, так быстро это все еще. И вот я практически пришла в себя после этой таблетки. Очень странно, очень странно. Ну и не могла снимать видео, конечно же, несколько дней. Это длилось у меня. И 10 дней у меня не получилось загрузить видео, да, почти, наверное, 10 дней, я так думаю, не знаю. Не загружала видео, конечно, я думала о вас и думала, что надо снимать видео, но состояние было совсем никакое. Вот решила сегодня снять, то есть решила вчера снять. Вчера сняла видео, опять же, было неудачно. Было просто без звука у меня там немного. Соединение телефон с наушником, когда в чехле, видимо, не доходит. Вот. И, в общем, сняла 3 видео, и они были без звука. Мне пришлось их удалить. Вчера я их удалила, и вся была никакая. Думаю, ну да. Как говорится, пришла беда, открывай ворота, да? Один за другим. Думаю, ну ладно. Сегодня встала, думаю, нет, Маша, надо снять видосик. Думаю, сниму. И вот и решила снять видео. Подписывайтесь, мои дорогие, ставьте лайки. Спасибо всем, что меня смотрите, кто меня смотрит. Так и пчелорам, чоктащикередиорум, абониолу. My dear, thank you. I love you. Увидимся еще, дорогие мои. Спасибо вам большое. Пока-пока.